Ну или минимум, блядь, уменьшать за него ГПМ. Не, с обычки, когда ходят там твинки, тогда т.п. Там можно давать за ГП, но схема, блядь. Когда ходят мейны, это уже такое дело. Ой, да помнишь, был разговор месяц назад. Что вы здесь? Нет. Слышишь, что если 8-10 боссов будем гелью закрывать, то отменим ГП за... Вообще-то гелью закрываем уже, лимон. Ну вот, в Пердоре был разговор полтора месяца назад, три месяца назад. Так, чтобы убивать его нормально, надо, чтобы все мейнами ходили. 10 из 12. Вот если бы этим рейдом пошли, мы бы убили нахуй его за 3 часа спокойно, блядь, целка. Так, Мальку, готовимся убивать. Что одну, что вторую. Спадал. Чё, спросите, если хотите в этом. Только в конце потом. Ну, равен. Я могу равену вступить. Что это? Вторая справа. Войт, кто забрал пушку? Что ты сделал? Меч. Лу. А, ну на успех. Просто я тоже на успех ролил, блядь. Не сказал за полгода. Стандали. Да, печеньку удалил. Раньше нахуй надо говорить, а не тупить. Да, срочняк, он бегу. А, блядь, забыл говорить. Как я хочу ёбаную чешку, это пистана. Уж я хочу, чтобы впервые танкошмот упал с геры, блядь. Упал ли что-то? Который мне нужен. Который мне нужен. Лиз, ты не заметил, что не со всех гер ни разу еще более не упал? Да нахуй это более кому нужно? Ты прикинь, какая-то у неё драка будет. Да никакой драки не будет, половина уже есть. Её масса забирает. В смысле, разве не ты? Нет. Вообще забираешь ты. А, уже да. Я понял, типа, на следующее колено. А, так вот. Поднять-то вопрос, не знаю, поднимал что-то или нет за очереди на осколки. Кольцо на базу. Мид не толкает, а кольцо я его выкуплю, скорее всего, хорошо? Угу. Подводи я сюда. Еще ближе. Под вонючку встаем, кроме хантов. Вас проще было захилить. Захил.
Подумайте ему. Нихуя щиток выиграл. Ну, блядь. Поднялся с подолдына. Я начала резать и... Дайте диспал по мне, пожалуйста. Кольцо где? У Мосы. Угу. Спалили Мосы. Этот лимон, там, лачедан, тебе кто-то должен сельдолик, у него упал сельдолик. Ой, ёп. Быстрее прохил. Ленточка. Ленточка есть? Нихуяц. Чё я ролик ему? А, вон. Сейчас последний ролл буду кидать. Сейчас опять этот ролик продавать будет. Шагурский опять вон. Что я там? Я ничего не ролил вообще ни разу. Ай, блядь. Если бы было, бля, по-другому, я бы хоба. Нихуя я бы быстрее шрам сделаю, чем эту ленточку срубила. Ну тебе давала ленточку, у тебя ее нету, как? Ты напала мне давала вообще-то. А тебе что, напали не хватает? Не навари нету. У меня ни на каком персе нету, так что не надо тут. 25 хм и чем мабучка нахуй. Правда, у людей начинаются траблы, когда они увидят профа, блядь, т.д. и т.п. Хэмина. Да я-то знаю, что изи нах. О, флакон нашел, нихуя себе, не хочу еще найду. Блять, все разобрали нахуй. Сволочь. Второй флакон. На замену, я флакон нашел, пойду на замену. Так, шансон его сманите? Я квест дам пойду. Давай лети, если что, ты со мной. Бегу, что такое? Негрица? Негрити больше. Угу. Нет, квест был на Дарнована. Мы его проиграли. Сбиваем. Так, ну что, а сила гнили тут упадет когда-то или нет? Если я взял... Поставил, колбас даю. А если на десятку взял перевербовку, он что, его можно будет сделать или что? Ты что, сила гнили хочешь носить? Я хочу с Синдрау... с Валькина. А зачем тебе сила гнили? Так, всё, вижу. Сейчас уманьте назад. Зидум зажал. Да вообще, я смотрю, ляда, подвинули хантеры. Все, я вас запомнил, стуки. Иди шкаф ставь, блядь, сука. Лох, дай шкаф. Я думаю, чего от меня хотите, блин? У меня музыка просто играет.
Так. Чек на готовность, соответственно, по тактике. Какого? Под левой и под правой ногой стоят мелики, распределяемся. Соответственно, ДДшники, хилы. Вы в РДЖ. Далее. Будет под правой или под левой, вам будет анонсироваться. Соответственно, перебегаете. Отбегаете от той ноги, чтобы не ловить пельмень. Для остальных, надеюсь, все были здесь. Что, первый танчик спрашивает? Вебинар. Настоя пропиваем. Так, сейчас еще один чек делаю. Пусимагнит, пан, вебинар. Пропиваем настоя. Лимон, карочка, готовы? Файл будет пула. Лимон. Да. Отчет на пол. Геро. Я говорю, под левую или под правую ногу определились? Рэнджу набрали. Под правую, если бегом. Под правую, на левой пельмень. Угу. Подожмись. Под левую, блядь, не успел. Ну, проебал, да? Угу. Я не видно было, блядь, под пят. Ну, так вы чуть-чуть сместите все. Под левую, под правую, с левой ушли. На танка. Он сейчас пельмень словит. Споры, блядь. Вы кто с пельменем, со спорами с рейнджу набрали? Блять, поджимаетесь под этот, под жопу босса. Под правую. Байда, хилим. Рейнджу наберите. Под правую. Угу. Спору ловили. Эти маны, пожалуйста. Мосса, залей ману, твинти. Пельмешка под правую. Под левую. Со спорами разобрались. Тебе? Больше не сбегать. Под правую быстро все.
Под левую. Под левую быстро. Не сбегаемся. Рэнджу наберите. Крик ХП есть? Под левую. Под левую ногу. Вот это лут по КД падает, нахуй. Шансунг. Шансунг, ты квест сдал? Да. Ну, значит, Шансунгу. Дайте, пожалуйста, ХПС. У меня вообще не показывает. Уже сурка. Десятка. А чё? Чё с ним? От с этого босса. 10к. Конечно, я же крылья дал. Чугурский этот поезд в прошлый раз забрал, да? Да, тебе бы его на ретрике отобрал. Нет, наверное. Забрал бы пуси, наверное. У него на хила Т4. А где у нас медвей по ДПС? Ебать. Медведь со спорами бегал, бля. Чтоб вы ДПСили. Седьмой. Ну, мне два раза, бля, вот не было. Джейвса справа поставил. Хуя ты без ГП на сейчас упадет рудак. А вы меня не ГП за укусите? Можете? С маленького муна охота. Обычный? 583 ГП. Да, есть. Какая разница? Какую разницу? Блять, сорян, нахуй. Вот там, Гуски, там разница есть. Шмот СОП, есть шмот ГЕР. И там ГП разные. Вот если у тебя есть с обычки шмот, ты забираешь. Так а чё мне давали по фулу, блядь? В смысле по фулу? Мне по фулу давали все шмотки, ебать. Так, а ты говорил на обрейд? Ну или что, мне про такую нахуй не рассказывал? Я это тоже первый раз слышу. У меня такая же ситуация с наручами. Короче, умоляю. Сейчас, подожди секунду. Вот. Не, никто не вычитывал, мне по максимуму все ебашили, блядь. И за запястье мне нахуй ебашили по фулу, и за пояс по фулу заебали. Так заебило. Ты не нажимал минор апгрейд, алло. А у нас он есть, минор апгрейд? Есть. Есть. Кстати, я тоже не нажал на штаны, что-то миссанул. Ну не нажал, тоже миссанул, Гурский. Смотри, минор всегда жми, если у тебя с обычки есть шмот, будешь получать только разницу. Это нормальная тема, чтобы не сливать ГП по два раза. Да. Да, Гуцкий там загнал, нахуй. Разволновался, бля. Я, блядь, охуел, когда увидел. Да пошли вы нахуй, короче. Я не хожу, пока у меня все ГП не слетит. Рейды, нахуй. Я буду по фулу ходить забирать, а чуваки будут, блядь, за нахуй за 10% забирать. Есть у кого баровый рубин? Чего?
Багровый рубин красненький, есть у кого-нибудь? Багровый. Типа фу, нахуй, блядь. Пояс, иди тут с ГП, нахуй, как дурачок, блядь. Ладно, ладно, Гурский, нормально, все, что ты переживаешь? Да я, блядь, не пойду на следующий раз. Да ладно, все равно тебе миноры эти ваши, ебаные. Буду, успокойся. Все нормально, братан, это ж всего лишь вещи. И он... Меня вот что интересует, нахуй, это хилы, блядь. Ты видел КПС? Витя кто? Царевна. Пошел да. Ты нахуй, блядь, нахуй. Шипе ебаные, нахуй. Сейчас тыкву дам еще. Пиздишь, ты, нахуй. Раззадорили Гурского. Ебал, не дамажен, нахуй. Пизду сижу. Можете не бафать, да. Нахуй. Так. Соответственно, РДДшники. Вы в РДД, то есть Танкил, Турбо, Мульти, Мистер Дэйбэттл, Жидодум, Пути, Магнит, Гурский. Я под боссом. Гурский, давай завязывай нахуй выебываться, ебано в рот. А чё выебываться? Кому-то, блядь, за 10, мне по фулу всё ебашит. Какие 10, блядь? Разница нахуй, от шмотки обычной разница до геровской. От шмотки обычной до геровской. Ты говорил, что у тебя собычки есть? Нет. А Пуси говорил? Да, он линканул. Это при начале еще, как вы вступали в ГИ, это все обсуждалось, блядь. Тёма, давай начнем. Не знаю, я первый раз это понял. Мы обсуждаем эту хуйню 10 минут, уже все давно изжёвано. Соответственно, дальше. Стоите в ранже, лужа разливается вот с этих колб. Соответственно, смещаетесь. С этих зелененьких колб будет литься жижка, епта. Зелененькая слизь, блядь, противная, нахуй. Вы смещаетесь, набираете рейндж 10, потому что в рейндже босс блюет. Хилы, вас 5 штук, сосредоточились на РДД. Если один РДД умирает, соответственно, то есть, точнее, 2 умирают РДД, это, блядь, может шанс, точнее, есть вероятность, что заблюет милирейд. То есть заберет, ну, соответственно, кто в мили стоит, всех заблюет. То есть особенность на этих людях, то есть на 8 человек или на танке. Двоит, поводишь этого слизня, соответственно, первых забираем, диспелить слизней буду я, хилы хильте. На 5 стаках, когда будет взрываться слизни, соответственно, по команде только отбегаем, соответственно, не в лужу зеленую, не там, где скол льется, это блевотня гребаная. Туда отбегать не надо. Надеюсь, понятно. И Алиса, не забудь, если ты стоишь на месте, соответственно, прожимай свою зеленку. Ну, значит, такой. Пусть отбегают. Пару шишков делаешь, и все, блядь. Кто? Блядь, вы заебали раньше времени, сука, пулять! Рейнджу набрали! Никакого нахуй, сорян! Геру. Хилы под босса. Пока не скажешь расколы, расколов нету, да? А ты сам не можешь их стакать? Я-то стакаю, я сам не могу сразу 5 стакать. Лишний флот убрали. Только по делу. Войт, малого можешь на себя забирать. Ого! Ого, это как, блядь? А кто мне газ? Боссом? Мне газ появился. А мне тоже. Мелизон. Кто-то мимо Мелизона пробежал. Кто это был?
есть у нас? Так, ты в кругу. Зинар. На связь. Восемь человек. Плюс танк 9. А, да. Да. Что-то я, блядь, не был. Шансунг в РГД. Да. Легче всего туда Ордру ставить. Мне в хиле оставаться или в шипайте? В хиле. Что-то я проебался. Шаму нельзя там стоять. Да, рыба стоит. Фулл баф отдали. Панта каски дает, да? Да. Я кулачки твисим по 5. Ну если чё, лимон подбафает тех, кто этот. Угу. Умер. Так. По хантам будет каска? Каску. Раздавай, пан. Пан, Шреддер, раздавайте каски. Это видите круг вот этот вот с зубцами? Вот вы не должны подходить ближе этого круга, ясно? Когда перебегает через лужу. Вот здесь вот нужно за ним стоять. Это 12 метров. Тогда не будете чуму передавать. Ну, этот газ с мелизон. Какая чума, нахуй, тут нет чумы. Вот. Чек на готовность. Ну, херня ведь. Пан, еда где? Винар, маленький ему настой. Каски. У меня нету. А почему могу, ты не взяла? Могу, конечно, выпить сапог. Дай-ка каску по локону. А почему ты не взяла ДД-фласку? Давай ДД-фласку. Давай, чоп. Давай, чоп, меня хаскоты кончают. Не хаспот, а армор хоты мне. Еще раз чек на готовность. Отчет на пол. Ну ебаный. Веру. Гера есть? Геру давай.
починил трубы для подачи ядовитой слизи. Хлебучка-вонючка! Заберите слизь. Стаки раскола висят. Если спадут раскол хотя бы раз до конца боя, нахуй, все вары получают ГП. Отличные новости, народ! И разворачивайте, пожалуйста, блядь, слизней, нахуй. От рейда, потому что маленькие блюют в миллизону. Сколько там? Готовимся. Побежали. Так, Джурада, БР Гурского. Карочка, БР Пусси Магнит, быстро. А Гурский это кто? Эй, Тю. Я вышел. Быстрее, быстрее, Пусси. В рейнджу. Вот тут он, мигая по мини-карте. Отличные новости, народ. Также прохилили. Я в редозоне. Раскол и спалы, я вас предупреждал. Так, Мосса, Бэйри, мистер Дейбеттер, быстрее. Мигаю по мини-карте. Дальше вышел в рейндж. Бузер без маны. Бузер у маны залит. Мост залей, да, мистер Дейбеттер на ману. Твинси. Ну, блять, вы как Гурского-то, блять. Пару миликов РД-зону. Бежать, 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 бежать. Пожалуйста. Мастер, ты где там, нахуй? Я тут. Продиспелил, продиспелил. Отличные новости, народ. Лужа, лужа, лужа. Объел его, нахуй. Ша мелких сведу. Блять, большой. Для подачи ядовитой слизи. Надо подождать. Я сделал очень злую. Жидовал. Взрыв. Слизень моя лаки. Плюнул под босса Ляди Саудина. Нормально, чуть сместились и все заебись. Отличные
Под правую или под левую там ногу? Включайтесь. Большой. Давайте, лям хп. Вот это убийство, нахуй, топчиков, блядь. Так, раки, блядь, ты даба. О, добивай. Иди, простанем босса. О, зато перчатки упали. Новости, народ. Ой, блядь, пиздец какой-то. Дайте ршаму мне, пожалуйста. Хуя себе перчаточка. Тоже буду ролить. Крутанить кран. Крутануть. Сейчас на совет, я думаю, идем. На профа. Ну, правильно, потом. Не хочу я профа пока травить. Можно перекур? Ну, мы так его никогда не будем травить. Но. Тёма, ну, мне тоже надо перекур минуты две. Это понятное дело. Я говорю про то, что идем сначала. Идем до кровавого квартала, ребят. И будет перекур. Сначала все к кровавому кварталу подходим. Только тогда начинает этот дам отчет на переход. Можно я зацеплюсь за кого-то? Мне сыну просто надо помочь. Давай. Где ты? Все, я за турбойса зацепилась. Все. Не блинкуйся, Кирюха. О, где тут разница ваша? Мейнспект, нахуй. Курский, ты бы даже если нажал мейнспект, я тебе все равно Не понял, а тебе зачем перчатки, блядь? На ханта это топовые. Вообще, он конечно, блядь. На ханта, блядь. Да. Ой, я просмотрел, а перчатки тоже можно по это? На мейнспек? Так я их забираю выше всех по пиону. Ну, забираю их много. ГЦ, ну... Да, да, да. Добегайте и на перекур идите. Перекур 6 минут. У вас есть там минута добежать и потом идите курить. На половину перчатки. Больно. На половину с РПБ. Почему это варвар или? А, ну вар. Паладину эти раздирающие плоть рукавицы. Вроде бисовые, да? Стухла пуза. Ой, да тут неизвестно на этом сервисе, что тут бисовая, нахуй. Тут тестик надо все. С хостою.
Все молчат или у меня звук пропал? У тебя пропал звук. На, пока. А лимон тогда? Я уснулся. Мур. Ласка, чтобы не тикало. Давай, заходи. Захожу. Отлипаем. Виса здесь, 4 хила здесь. Вперед. Отлипаем, отлипаем. Чё за лаги? Релоуд пропиши, если лагают. По черепу. А все слушаете? Я слушаю, нет. Ты сразу в следующий раз 3 бота загоняй Алиса, ну ёб его иди, блядь! Где я метки нахуй проставляю? Дал рыцарю покаяние. По черепу играем. Тактика контроля. По лейтенанту, по черепу. По командиру. Хуя на холле пристав топовая. Оффхенд появился. По тактику играем. Повезло с танками, да? Угу. Весаем. Пан, твои трусы, моя луна. Агри, вниз идем. Играем по черепу. По командиру. Тактик трусы. Дальше тактика луна. Поднимайся вверх.
Мимо. Пошевелились. Добил он просто. Резнули Вара. Не запустите босса, не бегите вперед. Запустится босс. Запустится босс, кто запустит, получит КП. От центра отойди, Алиса. По боку двигайся, по стене. Тяни. По черепу. Дальше по трусам. Весну. Да, на твоих. Ты на двоих, соответственно, Алиса на, как обычно, на этом, на Келесите. Дальше. Бафа раздаем. Далее. РДДшники, задумчик. Твоя кинетика одна, это 100% пэтер. Далее. ШП, Турбо, Пуси, Гурский, помогайте. Вы все на кинетике. Медишники играют по боссу. Чек на готовность. А можно... Блин. Чего ты хочешь? Ладно. Можно турбо на боссе будет? Я просто на него бдилку дал, чтобы он не агродовал. Ну турбо, играй по боссу, будет этот, бомбу кидай на них, да и нахуй. Они там справятся. Ну так у нас есть два ханта и лок, зачем больше? Ну они остальные просто, а турбо пусть боссу. Чек на готовность, все равно, пусть подбивает. Тут главное нахуй подбить кинетику, чтобы не двигались. Лу готов? Все готовы, пошли. Лу, он не упадет. На пул, на Вайда. Толдорама, пожалуйста, и Валанара. На пул. Ааа, сука. Мост, Берни. Есть Бер? Пробафали паладина. Вейха, Ринджу набрали. Молодцы. Кто с малым хп стоим? Пайда не прохили. Молодцы. Легли. Первый вопрос, какого хера РДДшники делают в мелизоне, блять, наверху? Тися, ты где? Я бегу ко входу дать диван кому-то. Ну, так ко входу же, ну. На карочку повесьте на ней, если можете. Теперь вы видите, никому не будет пожрать. Кушать. Блять, на принца хвайпаемся, нахуй. На гниломорде, ебаный в рот. Ну бывает, ну чего, начинай тогда. А у тебя все всегда хорошо задум. Нет повода для грусти, Дрён Батон. Остаки с подлучием секунд. Вместе. Вы же понимаете это. Дома слез, союзы. Станет за самоним. Ну на лане, если никто тупить не будет, то мы убьем нормально. Ну, на прошлом, когда мы с первого трайла убили. Мы геля с первого убили. На всех достало? Походу, да. Но все покинули тело. Ну. Мы на леди не вайпались в прошлое, когда, насколько я помню.
Один был. Я попадаю. Да. Я даже не помню. Но... Это было очень плохо.